время очень много моих друзей, украинцев, начали говорить, что девушку в платке легко можно увидеть в маленьких и больших районах города Киева, да и вообще в разных городах Украины, ищущие люди начали встречать девушек, которые ходят в платке, в традиционной одежде, в широкой одежде или в каком-то другом стиле, но в исламском стиле. И при том, что это становится таким украинским духом или хотя бы становится частью реальности Украины, тем не менее остается большой слой общества, который не понимает, не умеет углубляться, и у него очень много вопросов или стереотипов по этому поводу. Наше мероприятие концентрирует внимание на хиджаб как часть культуры, как стиль одежды женщины, который приносит ей удовольствие, дает ей чувствовать ее творчество, ее индивидуальность, дает ей радоваться жизнь, а не является оковами, законами, которые навязываются родителями или мужьями и так далее. Мы хотели показать, что это причина для радости, что это не способ обделить женщину красотой, а наоборот, это подчеркивает красоту, добавляя еще достоинство. Это красота в достоинстве. Именно этот дух, который мы хотели передать украинскому обществу, чтобы, видя это явление, которое очень широко сегодня распространяется, чтобы он ее глубоко понял, почувствовал, радовался этому, и чтобы мы стали ближе друг к другу. Наверное, это цель нашего мероприятия. Я знаю, что вот вы показывали во время мероприятия также связи с украинской культурой, что вот подобные головные уборы есть и в украинском культуре. Насколько вам важно вообще интегрироваться в украинскую культуру и показывать уважение именно к этой культуре? Честно, вот вопрос интеграции мусульман или даже восточных граждан, которые приезжают из восточных стран сюда, в Украину, мне кажется, что этот вопрос для нас, украинцев, сегодня не столь актуальный, потому что нас, на самом деле, очень много объединяет. Между нами столько общего, что мы вообще не чувствуем себя здесь чужими. Я хочу вам сказать, что если я, например, мусульманин, палестинец, приехал бы в Европу, то ко мне бы сразу привязали ярлык и статус беженца. И здесь, в Украине, любой европеец, приезжая сюда, в Украину, ко мне, иорданцу, палестинцу, относится как к равному человеку, не как к беженцу. Это происходит только здесь, в Украине, потому что Украина дает нам нашу настоящую ценность не на основе, кто откуда приехал, а на основе человеческих качеств, на основе культурных качеств, на той основе, насколько ты можешь доказать себя как индивидуум, полезный для этого украинского общества. Поэтому интеграция – это очень важный принцип, но мне кажется, что мы здесь, в Украине, смогли преодолеть этот момент, и мы идем очень далеко вперед. Даже в Европе не могут хвастаться такой толерантностью, таким взаимным пониманием между людьми, которые представляют разные национальности, разные религии, разные традиции. Их объединяет только Украина и любовь к Украине. Дякую.